сытное и вкусное первое блюдо, которое подойдет для всей семьи и разнообразит повседневный рацион, обязательно попробуйте приготовить супчик по этому рецепту. Попробуйте приготовить грибной суп с галушками, это очень вкусно, ваши близкие останутся довольны. Грибы можно брать любые, причем как свежие, так и замороженные, у меня шампиньоны, блюдо сытное, наваристое, ароматное. Берите рецепт на заметку. Необходимые ингредиенты, досмотревшим ролик до конца. Подготовьте все ингредиенты. Начнем с приготовления галушек. В глубокой миске взбейте яйцо с солью и молоком. Добавьте муку. Замесите эластичное тесто. Подписывайтесь и ставьте лайки. Раскатайте тесто колбаской и нарежьте маленькими кусочками. Размер зависит от желаемого размера галушек, но учтите, что они еще увеличатся при варке. Параллельно этому процессу, налейте в кастрюлю воду и доведите до кипения, отдельно на сковороде обжарьте нарезанный кубиками лук и тертую морковь, в конце добавьте нарезанные шампиньоны и жарьте все вместе до испарения жидкости. Картофель очистите и нарежьте кубиками. В кипящую воду опустите картофель, дождитесь закипания и добавьте галушки, добавьте по вкусу специи. Соли варите 10-15 минут до полной готовности всех ингредиентов, за 5 минут до окончания варки, добавьте обжаренные овощи с грибами, когда грибной суп с галушками будет готов, добавьте измельченную свежую зелень, дайте супу настояться 15-20 минут и подавайте к столу. Приятного аппетита! Вкуснее тем, кто подпишется. А теперь ингредиенты. Мука, 150 грамм, яйцо, 1 штука, молоко, 2 столовые ложки, грибы, 300 грамм, лук, 1 штука, морковь, 1 штука, картофель, 3-4 штук, вода, 3 литра, растительное масло, 30 миллилитров, специи, по вкусу, для первых блюд, соль, по вкусу, перец черный молотый, по вкусу, зелень, по вкусу, количество порций, 8-10. Подписывайтесь, комментируйте и ставьте лайки. Удачи, друзья, заходите.